Ну, конечно, на доходах, на качестве жизни это очень выразится, потому что огромное количество соотечественников наших, которые, например, говорят только на двух языках, это русский и турецкий, да? И в этом плане, конечно, русский язык был их хлебом. А сейчас, как бы, ну, ситуация, если это все не изменится, все просто надеются на то, что все-таки со временем как-то это оттает все. Может быть, там, ну, один сезон как-то мы переживем, а дальше все вернется на круги своя. В этом плане, конечно, переживания есть.